Сейчас я покажу, какие есть изменения на сегодняшний день. Начну с кухни. Заказывали сюда кухню и столкнулись с процессом, что газовая труба мешала, чтобы подвесить кухню наверху. Вот. Пришлось это все дело переваривать. Позвал газовиков, и они мне сделали вот такой вот заворот. Теперь здесь спокойно можно уже делать планку, ну, в общем, чтобы вешать кухню. Такой заворот стоит 4000 рублей работа. Ну, может, где-то дешевле, где-то дороже, в общем, мне обошлось 4. Также сделаны уже потолки, звукошумоизоляция. Можете посмотреть другой ролик, где я показывал, как этот процесс происходит. Теперь наверху не будет ничего слышно. И внизу, соответственно, тоже. Готова уже полностью вся разводка по электрике. Подведено под приборы, под всякие холодильники, газовые плиты, посудомойки, варочную поверхность, дополнительные всякие розетки, под чайники, кофемашины и так далее. И здесь выведено для подсветки самой кухни. Внутри будут лампочки в кухне установлены. В общем, электрика есть, газ сделали. Также переделали здесь, подвели полностью сантехнику. Канализация подведена. Здесь будет посудомойка и сама раковина, слив. И откуда будет браться вода. Все здесь уже готово. С этой стороны тоже переделал, сюда добавил кабельное, интернет и розетки. Тут будет у меня висеть телевизор. По планировке изначально, в дом, когда дом покупал, они планировали, что телевизор будет здесь. Но мы решили сюда поставить диван, а телевизор повесить вот на эту стену. Тем самым можно как бы с гостиной смотреть, и когда находитесь в кухне, тоже можно смотреть телевизор. Поэтому проводка тоже была проведена. Также здесь проводка под кондиционер. Вот здесь остается только сделать подоконник. Вот он, последний штришок куплен. В прихожей уже готово потолок. Все потолки уже готовы. Здесь также готово. Перегородка. Щитки утопили. Тоже все готово. И наверху поставили розетку и интернет. А здесь у нас идет постирочная. Также электричество проведено, сантехника подведена, канализация. Тоже проводка вся подведена, все готово. Вот такое вот небольшое помещение мы отделили перегородочкой. Вот выглядит сейчас все таким образом. Это у меня кондиционеры, 3 кондиционера. Завтра будем делать установку. Тут ванна первого этажа. Что здесь сделано? Здесь у меня электрика готова, подведена. Также установили сушилку. Тоже работает. Сушилка у меня подключена к этой батарее. Все уже разведено. Газовый котел у нас работает на полную катушку. Теплые полы работают. Бойлер установили, еще не включали. Ну, на 100 литров отличный Ariston. Как все запустится, я буду воду прогонять уже через него. И у нас не будет задержка с теплой водой. Также здесь у нас будет установлено, будем делать сами душевой вот этот трап. Вот это сам трап идет, слив напрямую идет вниз и врезается в канализационную трубу. Мы здесь 5-6 сантиметров сами выложим, кафелем это все дело закроется. Ну и, конечно же, душевой вот этот стеклопакет будет установлен. Под это дело уже вывели вот сантехника, да, вот
или как эта фигня называется. В общем, горячая холодная вода проведена. Здесь у меня будет раковина установлена. Для раковины, где будет зеркало, вывел свет, чтобы электричество подключить, в общем, и розетки. Вот такие влагозащищенные. Также канализацию организовали. Она изначально была тут где-то внизу, мы ее срезали. Здесь я попросил поставить переходник, врезаться в стену, и это все дело закроется. В итоге все будет закрыто в стене, как инсталляция получится. И сюда уже будет происходить слив с раковины, теплая, горячая, холодная вода. Установлена инсталляция на первом и втором этаже. Туалет, получается, тоже закрывается коробом до самого верха. Сейчас вот с этой стороны покажу. Короб будет идти вот отсюда. Сейчас на второй этаж поднимемся и покажу, как это будет. Полностью закрывается до упора. Здесь будет унитаз. А вот этот процесс, вот то, что вы видите, вся стена, тоже будет делаться перегородка, чтобы всего этого не было видно. Все, здесь в принципе все. Сейчас я покажу еще второй этаж, что происходит. Здесь тоже электрику поставили, подоконник уже готов. Шпаклевка, штукатурки. В общем, все эти процессы, как вы видите, заканчиваются. Это наша комната. В общем, моя с женой. Здесь мы что сделали? Вот эта стена тоже шумоизолирована. Почему? Потому что здесь идет детская. Рядышком, как вы видите, рядом детская комната, тут наша комната. Чтобы не было слышно крики, шумы и так далее. В любом случае нужно звукоизолировать. Поэтому эту стену мы шумоизолировали и гипсачом это все дело закрыли. Там проводка под кондиционер уже выведена. Потолки тоже мы дополнительно шумоизолировали, закрыли гипсачом. Это у нас идет технохолст, как он называется, стеклохолст. Вот. Все будет закрываться стеклохолстом, чтобы не было никаких трещин. Вот это вид из окна. Первый ряд тут дома идут что-то типа таунхауса, разделяется на два человека. Второй ряд, который мы сейчас находимся, мой дом, это уже отдельные дома идут. Здесь будет кондиционер, проводку сделали. Тут мы вывели интернет и розетки. С этой стороны такая же история. Если выходите из семейной комнаты, то получается напротив идет ванная. Вот если я поднимаюсь оттуда. Ванна, кабинет, детская, семейная. И вот тут переходим в детскую комнату. Тоже шумоизоляция потолков. Гипсачом закрыли. Шпаклевка. Провод выведен, электрика готова, розетки есть. Также здесь идет интернет внизу, кабельная розетки. И дублируется это все еще кабельно. Интернет и розетки. Это и шло в комплектации с домом, уже готово. Но не очень удобно, почему? Видите, здесь телек, чтобы подрубить, а телевизор мы будем вешать наверху. Если телек повесил наверху, то вот этот провод будет тащиться до самого верха. Не очень удобно. Внизу единственное удобно, если компьютер поставили, интернет подключили. Наверху же будет висеть телевизор, и эти розетки, интернет-выход будут оставаться за телевизором. Также там кабельная и нет. Сейчас все телевизоры подключаются к интернету, и чтобы быстро можно было, ну, ютубчик, в общем, чтобы работал. Также здесь кондиционер. Тут уже подоконники есть, откосы вот,
как вы видите, уже выведены. Так, давайте теперь, вот как мы поднимаемся, сразу прямо, это будет мой кабинет. В моем кабинете что тут сделали? Тут вот смотрите, толщина, вот это, вот примерно палец поставлю, это особенная звукоизоляция с применением специального материала, в котором есть песок. Вот это, забыл это название, как называется. В общем, эта фигня делается, потом уже сверху гипсачом закрывается, и все наглухо. Так как у меня здесь в кабинете будет периодически шумно, я по скайпу разговариваю, чтобы в детской никто ничего не слышал, я не мешал спать детям. Поэтому вот такая вот толщина звукоизоляции. Тоже потолки шумоизолированы, проводка вся выведена. Здесь еще я сделал вот такую вот нишу. Тут у меня будет стоять рабочий стол, сзади кресло. И вот эта стена сзади будет закрываться панелями. Такой коричневый красивый цвет. Вот, можете посмотреть, здесь имеется вот такая вот глубина. Тут чуть будет выступать вот эти панели, а за ней уже я сделаю подсветку с двух сторон. Вот. Для подсветки тоже провод уже сделали. Также вывел сюда интернет и розетки. Изначально интернет-розетки были с этой стороны. Кондиционер там. Тут будет висеть телевизор, здесь поставлю диванчик. Тут я буду сидеть, и будет мой рабочий стол. Я буду смотреть вот так вот в окно. Вот, кстати, дома. Вот такие вот домики. Вот мой двор. Выглядит таким вот образом. Вот, если лампочка пока тут так висит, чисто. Так, выключаем. И последнее. Как поднимаемся наверх, получается, здесь идет ванна на втором этаже. 7 квадратов идет ванна. Тут вся разводка по электрике уже готова. Выведено все. Также шумоизоляцию пока сделали. И закроем это тоже все гипсачом. Здесь у меня будет стоять ванна, 1 на 80 метров, ширина там выберем, там 90 метров или сколько будет. Тоже провод вывели. Сейчас здесь свет включим. Выведен провод. Тут будет ванна с гидромассажем и все такое. Для этого нужно электричество. Тут переделали кое-какой момент, так как будет здесь ванна. Я не буду подключать, в общем, краны в ванну вот так, чтобы сверху свисали. А в саму ванну врезается уже готовая система, поэтому вот этот подвод горячая и холодная вода нужно делать ниже, чем сама ванна, чтобы она оставалась внизу. Где-то на уровне 40-30 сантиметров от пола, потому что сама ванна идет 70 сантиметров. Но тут изначально было сделано как под обычную вот сантехнику, или как там называется эту фигню. В общем, попросил мне это все дело ниже сделали. Здесь идет канализация. Вот. Так, с этой стороны. Как только входим, тут у меня будет раковина. Розетки готовы. Проводочек здесь уже есть, чтобы зеркало подключалось с подсветкой. Также здесь врезались в канализацию, в стену. В стене все проходит, все будет закрываться. Горячая, холодная идет. И здесь уже инсталляция туалет будет. Тут, как вы видите, как я в начале ролика сказал, будет короб. Внизу тоже будет короб. Здесь уже его вот собрали. Единственное отличие от первого этажа, здесь как мансарда идет скос чуть-чуть. 1 на 90 метров. Потолки здесь идут 2,60 метров.
Но здесь скашивается до 1,90 м. И вот такая вот штука получается. Тоже здесь инсталляцию туалета сделали. Здесь такую небольшую нишу, где можно будет ставить какие-то там вещички по ванне. То, что нужно. Здесь ванна. Тут какие-то тумбочки или еще чего-то. В принципе, вот таким образом сейчас выглядит. Тут все будет закладываться кафелем. Подоконника здесь не будет. Вот этого пластикового. Поставили гипсач, и сюда уже все сделается. И опять-таки окно на улицу. Вот, видно. Вот такой вот у меня будет дворик. Кстати, здесь уже, когда дом покупаете, уже вот этот по окантовке забор есть. Кирпич. Вот это мне очень нравится, то, что из кирпича уже вот эти стойки установлены. Ну и там профнастил, стандартные железки и все такое. Вот можете посмотреть, как на той стороне. Дома, кстати, дома полностью обшиты, заделаны, все очень красиво. Все-все-все по домам выведено, все, что нужно, есть. Так, ну все, так вот выглядит сейчас второй этаж. В общем, электрика готова. Остается тут только вот эти шпаклевки сделать. Потом уже шкурить, уложить полы и так далее. Дальше уже покажу, что происходит.